fire it all. Здрасте, 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 здрасте. Как дела? Отлично. Ты попала в рубрику «Слово дня», я тебя с этим поздравляю. Я когда-то давно это видела, да. Серьезно? И как впечатление? Очень веселое. Мы спрашиваем значение тех или иных малоупотребляемых слов. И сегодня интересуемся словом «бурлеск». Что это такое? Не знаю. Письмо «бурлящее». Наверное, название какого-то ресторана. Хорошо, молодые люди, что такое «бурлеск»? Может, заведение какое-то? Что ж такое? Это не заведение, не. Не знаю, может, дом какой-то. Бурлеск, ну это, возможно, какая-то мода. Бурлеск, давай ты отвечай, ты у нас умный. Да. Умный, да, вы у нас умный, вы в очках. Да, в очках-то это... По званию положено. Бурлеск каким-то городом. Город Бурлеск, да? Да, наверное, я не знаю. Такое нетрадиционное искусство со всякими там красками такими яркими. Девушки танцуют и поют... Типа как Кристина Агилера. Танцы, вокал. В основном как бы сборище богемного общества. Это очень яркое, красивое действие, когда танцуют молодые девушки. Что-то очень-очень в стиле Мулен Руж. Подобие кабаре? Ну, скорее всего, да. Может, танцуем и споем, устроим свой бурлеск? Не здесь. Не здесь, да? Где-нибудь в другом месте. Fireball. И еще такой момент. Сегодня весь мир отмечает День танго. Умеешь танцевать танго? Ну, немножко. Научишь меня? Бестолкового. Попробуем. Давай. С чего нужно начать? Что нужно сделать в первую очередь? Поменяемся местами. Вы слева, я справа. Так, хорошо. И... Раз, два, три. Ого, теперь дальше. Двоим взглядом друг друга. Словили? Ну, по идее, вы должны меня наклонить. А, так, давайте наклоню. Вот так? Назад. Куда? А, сюда. Так, наклонил. Дальше что? Ну, там уже смотря... Там по ситуации, как завяжется, да? А вообще, танцуете какие-то вот, может быть, направления, там, может, вальс или хип-хоп, или сейчас что там модно, твёрк? Ну, твёрк точно нет. Я не из этих... Твёркнутых. Твёркнутых, да. Давайте поздравим всех танцоров с их профессиональным праздником. Тангольеров, правильно так, танцоров, да? Танго. Танцоров танго. Да, давайте. Давайте поздравим. Давайте в этот день поздравим всех танцоров танго с их профессиональным праздником. Желаю вам продвижения в вашей творческой стезе. Быть внутренне свободными. И? Раскованными. Получать? Кайф. Удачи и успеха. Чего еще? Ну, в танцах что нужно? Что важно? Доверие. Если участвуют в конкурсах, чтобы выигрывали. И чтобы все получалось. Да. Удобных туфлей. Так. Хорошего танцпола. Так. И ритмичной музыки. И гладкие вам. Паркетные плитки. И красивых. И красивых девушек. И костюмов. И костюмов. А чего костюмов? Потому что они надевают костюмы. Ну хорошо, тогда и красивых костюмов. Да. Чтобы вам, у вас были только одни победы. И ничего вам не мешало. Хорошо, спасибо большое. Шикарное пожелание. Fireball.